Заброшенный дом. Я не знаю, что там происходит, но надо осмотреться. Давай-ка посмотрим, что у нас здесь. Еще один сундук и проигрыватель. Что у нас тут есть? Пластинка? Обернись. А стоит ли оборачиваться? Ну, давай попробуем. Бежим! Черт, это мультяшная девочка, ее! Надо срочно бежать! Ну все, я взял каменный меч и нашел девочку Йо-Йо. Она стоит прямо в этой шахте. Тихо, тихо, тихо. На, получай. О боже, она плачет. Извини, извини, я думал, ты плохая. Она меня пугает. Ты нож взяла. Пожалуйста. Нет, надо с ней сразиться, тогда уж по-любому. Ай! Еще одна мультяшная девочка Йо-Йо. И ее страшная версия. Вот она за мной бежит, помогите. Она меня хочет завалить. Она меня резанула. И это максимальная стадия развития мультяшной девочки Йо-Йо.